Итак, девочки, всем привет! Сегодня мы начинаем с вами вязать авоську. И сейчас я вам расскажу о том, какие материалы будут необходимы для ее вязания. Итак, первое, нам нужна будет пряжа. Я использовала для вязания своей авоськи вот такую вот пряжу. Она достаточно недорогая, это у меня еще из прошлых запасов. Вот я использовала ее. Конкретно тот номер, который использовала я, это, наверное, вот 76, а это, наверное, номер партии, я так думаю. Вот, то есть вот этот бежевый цвет авоськи, да, который использовала я, вот он такой. Так, что нам еще нужно будет, кроме пряжи? А, по пряже нужно будет два мотка пряжи Alize Bella. Это если вы будете вязать из такой же. Если вы будете вязать из какой-то другой, то вам нужно смотреть примерно по метражу, да? Здесь 50 грамм 180 метров. И я использовала два моточка пряжи. То есть если будет длина меньше, то скорее всего длина нити в 50 грамм, то скорее всего вам нужно будет больше моточков, 3, там, если еще, то толще. Вдруг кто-то захочет связать из более толстой пряжи авоську, то тогда возможно 4-5. Вот, связать авоську можно из абсолютно любой пряжи. Это может быть не только хлопок, это может быть и вискоза, и акрил, и смесовая пряжа, и хлопок, и лен, и хлопок со льном, да что угодно. Вот, главное смотреть, чтобы она была более такая жесткая и не вытягивалась в процессе вязания. То есть не в процессе вязания, а в процессе носки, скорее даже так. Потому что сам узор авоськи, он растягивается значительно. Но мы его будем с вами вязать уже с учетом того, чтобы авоська смотрелась хорошо, да? То есть я буду все рекомендации давать. Она не слишком была вытянутая, так скажем. Вот. Поэтому, например, пряжа из... Ну, знаете, есть такие в шнурочках, когда либо... не скрученная такая вот ниточка, а она как в шнурочке, либо запечатанная в каком-то шнурочке и набитая чем-то, да, или сама ниточка переплетена как шнурочек. Такая пряжа точно не подойдет, она точно еще сильнее будет вытягивать изделие. Лучше вот использовать хлопок, лен, акрил, такой обычной скрутки пряжи. Так, потом что еще? Что нам понадобится с вами? Нам понадобится крючок, подходящий к вашей пряже. Вот и для Alize Bella я использовала 2,5 мм крючок. Но смотрите, если у вас более толстая пряжа, вы будете подбирать крючок под свою пряжу. Или более тонкая, аналогично, да? Но нужно подобрать так, чтобы вязание было более плотным. То есть, может быть, на 0,5 мм меньше крючок, чем вы взяли бы обычно. Вот. Это опять же делаем для того, чтобы авоська сильно не вытянулась вниз. Значит, крючок, маркер, ножницы и сантиметровая лента. Больше нам ничего и не понадобится. Оставим наши руки. Вот. И внимание, усидчивость и терпение, потому что авоська, она вроде кажется аксессуар, что вязаться будет быстро, но вяжется она достаточно долго. Хотя, если есть время, позволяет и возможность, то, конечно, можно связать ее очень быстро. Но так как я перевязывала, например, свой вариант несколько раз, я вязала поэтому очень долго. Я где-то вязала 1,5 месяца, ну вот за счет того, что перевязывала несколько раз. А вот в итоге пришла к тому варианту, который мне очень нравится и подходит. Поэтому вот. Ну что, приступим.